О нет, гость умирает, мы его теряем. Нет, срочно, срочно, дефибрилляторы, бейте его. Давайте, пожалуйста, спасите ему жизнь. Я прошу вас, у нас не осталось времени. Мы его потеряли. Привет, бро, меня зовут Пози, и добро пожаловать! Сегодня мы с тобой поиграем в режим, который называется Luxury Elevator, и сейчас мы с тобой будем перемещаться на лифте времени. Мы будем с тобой подниматься на самые высокие этажи, которые когда-либо существовали, и сейчас мы с тобой находились на 1952 этаже. Смысл этого режима в том, что мы с тобой поднимаемся на какой-то этаж, и на этом этаже происходят какие-то странные события. Знаешь, Stranger Things сериал врубается. И да, опять я сижу в лифте вместе с Нубаси. Привет, ребятки, как ваши дела? Что они пишут? А, они пишут Пози, ебой. На какой этаж мы сейчас поднимаемся? 1970 этаж. Что здесь? А! 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 Блин! Воу, 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 воу. Ох уж этот Перри утконос. What the fuck? Что это только что было? О, боже мой. Вот это я сейчас перепугался. Что за жесть? Фу, у меня сердце чуть не ёкнуло. Оно чуть не разорвалось на маленькие части. О, о, Лего-мир. Вау, Лего-мир плюс Роблокс. Этот чувак деньги своровал. Откуда у него были деньги? У него был мешочек с деньгами. Так, и что нам здесь делать? Давай забежим в этот дом, посмотрим, что в этом домике. Может быть, там есть какой-нибудь Лего-человечек? Здесь есть кто-нибудь? Что за странная музыка здесь играет? Как будто вот-вот произойдет какой-то апокалипсис. Но нет, здесь не происходит никакого апокалипсиса. Здесь просто какая-то равнина. Детские площадки, заброшенный город. Ты понимаешь, к чему все это ведет? Да. Кажется, я начинаю догадываться. Мы с тобой попали в параллельный мир! О, нет! На какой этаж теперь мы поднимемся? Вот мы были только что на очень странном этаже, я даже немного сбился, 1970-й вроде бы. А сейчас мы с тобой на 1994-м. Окей, что на 94-м? Какой-то отель. Дайте-ка нам выйти. Хочу посмотреть, что в этом отеле. Что в этом отеле? Сейчас опять какой-то скример будет? Или что там? Просто двери. А, это другие лифты. Я понял прикол. То есть мы выходим из лифта сразу к другим лифтам. Крутяк, крутяк, крутяк. Это было смешно. Ладно, нет, это было не смешно на самом-то деле. А, мы поднимаемся пока что только на пятый этаж, но уже происходит какая-то дичь. 2000... Остановитесь на седьмом. Ладно, нет, я хотел вернуть 2007. 2012. Нет, 13. 14. 15-й, 16-й, ладно, 17-й, ладно, на 18-м остановились. Да, 2018 год, о, да, спиннер. Какой спиннер? В 2018-м, воу, 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 что происходит? Что это такое? Я не понял. Спиннер, 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 спиннер. Я чуть с ума не сошел. У меня в глазах уже начало двоиться. Спиннер, 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 спиннер. Это была крутая песня. Просто зачет ставлю обязательно лайк под этим роликом, под этой песней. Если ты не поставил лайк, то ты не спиннер, 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 спиннер. О чем я вообще говорю? А, 2040 этаж, да? Я угадал? Нет. О, да, 2041. А, ошибся на один этаж. Что это? О, нет! Мы падаем вниз! Стоп, это мы супер быстро поднимаемся или супер быстро падаем вниз? Я не понимаю. У-у-у, 2053. В чем прикол? Мы типа просто пропустили пару десятков этажей. Это типа произошел апокалипсис, весь мир разрушился, и наш лифт продолжает подниматься все выше и выше. Этот лифт это временной лифт, как вы, наверное, заметили. И что это такое? Тикс Год. Это, видимо, создатель этой карты. Ага, Тикс Год. Тикс решил создать Роблокс. Он позвал своих друзей, чтобы создать этот режим. Он хотел взять за основу онлайн-ММО. Я не успеваю читать, что он пишет. Давай просто импровизировать. Я создатель этого мира. Я создал этот режим, чтобы показать всем, что я творец.
А также я потратил дофигища робоксов на свой скин. Потому что я сумасшедший. Музыка из Ассасина? А, здесь даже написали в чат. Ассасин Мьюзик. Окей, долго мы здесь стоять будем? О, мы можем осмотреть комнату так, краешком глаза. Но в этой комнате нет ничего особенного. Нет, как здесь скучно! Давайте, я хочу переключить на другой этаж. Давай, на 11-й. Поехали на 11-й этаж. Давай, быстрей, быстрей. Ой. Почему его бьет током? Лампочка? Лампочка перегорела. Его сожгло. Я понял. Это был бог Роблокса. Ты его видел? Я его видел. Поднимаемся выше. Больше мы на этот этаж, надеюсь, не вернемся. Это был самый скучный этаж. Даже спиннер-спиннер мне больше понравился. Воу! Нас эта штука убила! Это был какой-то монстр! О! Фух! Он нас засосал! Окей, это было стрёмно. Я чуть не офигел. Паркур-карта! Джамп! Так, окей, у меня есть несколько попыток, чтобы дойти до конца. Зима наступает! Зима близко! Джунгли! Зима! Это круто! Так, проходим быстро этот лабиринт. Да, это нереально пройти! Я смогу выбежать из лифта хотя бы! Да, нормально. А, здесь какие-то прыжки непонятные. Вот так вот. Я не могу пройти этот паркур. Он очень сложный. Так, может быть, нам в бок нужно прыгать? О, музон качает. Давай. Я пройду его. Я пройду эту паркур-карту. Я иду к финишу. Давай. Подскользнулся. Ну все, наше время заканчивается. Но этот этаж достаточно долгий. И он уже намного интереснее, чем предыдущие. Здесь хоть что-то есть. Хоть какие-то движения. Так, перепрыгнул на соседнюю. Также с этой сейчас поступлю. И вот сюдашеньки. Давай. Мы близки. Стоп! Ты видел? Меня как будто что-то заблокировало. Как будто мне что-то не дало прыгнуть дальше. Это был какой-то блокиратор непонятный. Окей. Двигаемся, не забываем двигаться. Это самое главное. Чем быстрее мы будем с тобой подниматься по этажам, тем будет круче. Я хочу как можно больше этажей посмотреть. Мы уже на 10 этажах были. Так, это, видимо, какие-то скины. А, это закупка предметов. Слушай, ладно, давай мы с тобой купим этого чубрика. Я стану Заком, да? Он стоит всего 5 робоксов. Эй, а почему мне не разблокировали Зака? Что это за пранк такой? Хочу стать Заком. Хочу стать таким же крутым, как этот чувак. Или Мило Мёрфи костюм. Или же... А, они меня обманули на 5 робоксов. Это очень странный режим. В него играет, кстати говоря, всего лишь 20 человек. Сколько он этажей посетил? 290 этажей у него... У него 2800 коинов. Это сумасшедший чувак. 290 этажей. Он нарехнулся. Так, на каком мы теперь? Мы с тобой телепортировались в 2030 год. 31-й, окей, я угадал. 31-й, да. 31-й, это был 31-й. Опс, ничего себе, меня заглючило. Так, и где я? Это дискотека? Окей, веселимся! Вечеринка! Идем с тобой в бар, купим что-нибудь вкусного в баре. А, что у тебя есть, Мило? Мило Мёрфи. Дай-ка, плесни-ка мне, пожалуйста, в стаканчик что-нибудь. Почему здесь везде Перри Утконос? Даже скример был с Перри. Летающий стаканчик, летающая бутылка, крутяк. А, кто у нас диджей? Это, наверное, Авичи или Мартин Гаррикс? А может быть, Маршмеллоу? Нет, это не Маршмеллоу. Ну, такое себе на самом деле не качает. Ладно, все, уезжаем отсюда. Спасибо, что увезли меня отсюда. Это была скучная дискотека. Хочу, знаешь, вот такую дискотеку. Да, вот это я понимаю диско. У этого чувака очень крутая футболка. Она у него от Adidas. Adidas даже вставляет рекламу в Roblox. Это очень странно. Ну опять скример. Это какой-то скримерный лифт. Не круто. Еще раз скажу, не круто. Скримерные лифты — это не классно. Они остались в прошлом уже. Давай, до 52-го. 53-й год. Нет, ладно, 55-й год. 61-й. Я вангую. 61-й год. 60-й. Как угадывать? О, опять мини-игры. One ticks, one coin. Ага.
Нам нужно с тобой зарабатывать эти вантиксы. Халява! Халява! Так, это халявные коины. Халявные коины, это круто. Их можно подбирать. Давай. Это что, Скриллекс какой-то играет? Или что это такое? Давай, больше коинов. Я больше всех их соберу. Это просто изичная халява. Уже 20 коинов. 30 коинов собрал. Просто изи. Не успел ту кучку собрать. Давай еще пару этажей посмотрим. Мне интересно. Может быть, дальше будет еще экшоновей. Какие этажи нас еще могут удивить? Если не скримеры, то что? Они и так любят вставлять здесь свои скримеры. Я не знаю, у чувака явно сдвиги какие-то в голове. Оу, это какой-то эндермир. А нет, это 2D игра. Что там написано? Я не успеваю переводить. Здесь многие надписи просто непонятны для меня. Короче, что-то произошло. Давай, 2200 год. Мы с тобой настолько в будущем, что просто офигешеньки можно. 2199. Нет. 2201. Нет. 2205. Верните мой 2209 год, пожалуйста. О, поднялись. Воу. Что это за криповое место? Какая-то церковь. Что здесь? Риптикс. Май 2007. Апрель 2016. Да ладно, это очень печально. Этот режим, возможно, сделан в честь Тикса. Зато я схватил мешочек. Теперь я могу раскидываться монетами. Подбирайте их в честь Тикса. Я не знаю, кто это был, но, возможно, он был крутым чуваком. О чем я говорю? Мы с тобой опять перемещаемся в будущее. О, божечки мой! А почему их в крышу телепортировало? Нет! Я упал в шахту лифта. Мне понравилось. Ну что ж, бро, на этом мой ролик подходит к концу. Надеюсь, тебе понравился этот ролик. Если это так, то обязательно поставь свой лайк и подпишись на канал, если ты еще не подписан. Увидимся с тобой в следующих видео и оставайся таким же крутым и веселым. Адьос! Playtime!